Беглый украинский судья Николай Чаус попросил политического убежища в Молдове. Об этом сообщил глава антикоррупционной прокуратуры страны Виарел Марар. Он заявил, что Молдова уже получила необходимые документы от ГПУ и готовится к экстрадиции судьи. Напомню, Чаус 1 марта лично пришел в полицию Кишинева и сдался, сообщив, что незаконно пересек границу. За это его арестовали на 15 суток. Киевского судью в сентябре минувшего года, я напомню, поймали на взятке в 150 тысяч долларов, но задержать не смогли. Воспользовавшись иммунитетом, он бежал, после чего был объявлен международный розыск.